В этом фильме мой рассказ будет о столице Мальты, городе Валетта. Дорога из Биргу в Валетту составила минут 30. И вот мы уже на площади перед дворцом Кастильского двора. Или иначе он называется «Дворец Оберж, Кастилья, Леона и Португалия». Изначально дворец предназначался для испанских рыцарей. Затем здесь разместились военачальники британской армии, а сейчас это дворец премьер-министра Мальты. На площади установлен памятник мальтийскому писателю, философу и журналисту Мануэлю Димеку. И вот такой современный памятник, который называется «Узел», посвящен миграционному кризису в Европе. Хочу уточнить, в 2015 году во дворце проходил саммит «Европа-Африка». Принимали совместный план действия по миграции, создали фонд помощи. Но узел, видимо, еще не развязан. Ну и, конечно, площадь украшена рождественскими композициями. А мы спешим в верхние сады Бароки. Ведь ровно в 12 часов там прогремит выстрел из настоящей старинной пушки. И на это событие собирается целая толпа. Сады Верхней Бараки – это городской парк. Расположен на верхнем ярусе бастиона святых Петра и Павла и был построен в 1560 году. Парк служил местом отдыха рыцарей ордена, но с 1800 года доступен для всех. В парке установлены памятники известным людям и копия памятника французскому Гаврошу, который, по словам гида, с Мальтой никак не связан. Ну а также работают кафе. Это самая высокая точка города, и отсюда открывается прекрасная панорама Великой Гавани. А на нижнем ярусе бастиона находится салютная батарея, где и начнется сейчас торжественная церемония. Historical reenactment combined the two events. Of course, you can watch the firing from above from the gardens, but you can also join us here in the battery. This way, coming down, you'll be able to experience this event up close and personal. So close that you can actually feel the blast. Historic cannon spanning two centuries. Entrance is via the steps at the back of the balcony or the side entrance in Battery Street when this is open. Ladies and gentlemen, we hope that the gun was loud enough and that you've enjoyed today's firing. May I kindly suggest that you give a good round of applause to our boys in uniform for their splendid display. Is at the back of the balcony or the side gate in Battery Street if this is open. Thank you for your presence today and enjoy your stay in Malta. All right, ladies and gentlemen. This is how in the saluting battery we are measuring the time, the old-fashioned way. I would say now good afternoon, everyone. Please give another round of applause for my colleague here, Lenny. Thank you. Город построен на большом подъеме. После оглушительной и невероятной победы рыцарей над огромным войском турок страны Европы оценили спасение христианского мира
и для укрепления морских рубежей на Мальту потекли европейские деньги. Прежняя столица, город Бирку, был разрушен, и великий магистр ордена Жан де Лавалет приказал построить новый город на соседнем полуострове Шиберос. И, как он сам выразился, это будет город, построенный джентльменами для джентльменов. К сожалению, сам великий магистр Лавалет город не увидел. Валета была возведена стремительно, фактически за 5 лет, с 1566 по 1571, двумя архитекторами. Это Франческо Лапарелли, разработавший план города и специальные системы для отвода сточных вод и удаления мусора. А его планировка улиц позволила очищать воздух в городе морским бризом. Его работу продолжил его же ученик Джероломо Кассар, построивший в городе дворцы и церкви. Его фотографии я не нашла. Валета выдержана в едином стиле, вся из желтого камня. И первое, что бросается в глаза не только в Валете, но и во всех мальтийских городах, это яркие деревянные балконы. Они вошли в моду в середине 18 века. Балконы очень узкие и выполняют декоративные функции, а также спасают от прямых солнечных лучей. На балконах не сушат белье и не хранят велосипеды. На такие балконы выходят, чтобы выпить кофе, покурить, поговорить с соседями или просто поглазеть на улицу. Интересный факт. В 1569 году, в то время, когда город еще только строился, был издан указ об обязательном украшении фасадов зданий орнаментом и фамильными гербами, а углы зданий – нишами и скульптурами, ну, как правило, святых. Валета изначально это город-крепость, обнесенный мощными стенами, с фортом Сан-Эльма. Это город монахов-воинов. И в то же время это город великолепных дворцов и роскошных церквей. Валета – город миниатюрный. Здесь проживает чуть больше 5000 жителей, а размеры его – 1 километр в длину и 500 метров в ширину. Даже расположенный неподалеку аэропорт, куда мы прилетели, занимает большую площадь. Но Валета – это прекрасная жемчужина. Это архитектурный шедевр. Это уникальное историческое наследие. А я продолжу про историю. Первые 30 лет пребывания на Мальте рыцари ордена готовились к жестокой битве. А после победы настал период спокойствия. Рыцари занялись мирными делами и расслабились. Поэтому через два века, в 1798 году, Наполеон, направляясь в Египет, заскочил по пути на Мальту и легко выгнал рыцарей с их острова. А через пару лет французов вытеснили англичане, которые обосновались на Мальте уже всерьез и надолго. Ну а мы уже на центральной площади Валеты, и называется она Площадь Святого Георгия или Дворцовая площадь. Здесь находится дворец великого магистра ордена Святого Иоанна. И сейчас это резиденция президента Мальты и место заседаний парламента. А на первом этаже – музей и оружейная палата. Прямо напротив расположено здание главной гвардии, где раньше размещалась личная гвардия великого магистра. По обе стороны этого здания вот такие роскошные питьевые фонтаны. Театр Мануэль – один из старейших театров Европы, назван в честь великого магистра Антонио Мануэля де Вильены, который заказал строительство на собственные деньги. За скромным фасадом прячется роскошь последних лет правления ордена на Мальте. На этом экскурсия по городу закончилась. Нам дали немного свободного времени, чтобы отдохнуть, перекусить и погулять самостоятельно, а часа через два мы уже покупали билеты в кафедральный собор Святого Иоанна. Вернее, в сокафедральный, потому что главный кафедральный находится в Мдине. Собор построен в 1578 году, вскоре после окончания Великой осады. И логично, что здание напоминает военный форт. Фасад собора прост и лаконичен,
и ничего не говорит о том, какие богатства находятся внутри. А внутри собор потрясающий, просто буря эмоций от увиденного. Причудливые золотые узоры на стенах, колоннах, старинные иконы, картины, скульптуры, тонкая мозаика – все это создавалось лучшими мастерами того времени и в основном итальянскими. Своды потолка расписывал известный живописец Маттео Претти, сын из жизни святого Иоанна. Сложная роспись кажется объемной. Художник был посвящен в рыцари Мальтийского ордена и создал великолепный интерьер этого собора. Ну и, конечно, поражает мозаичный пол, на который страшно наступить. Под мраморными плитами, на которых изображены военные и религиозные символы, покоятся рыцари ордена, принадлежащие знатным семьям Европы. На одной из плит написано: «Идущие по мертвым, знайте, что когда-нибудь они пройдут и по вам». А это главный алтарь собора. Выполнен из ценных пород мрамора. В центре скульптурная композиция 17 века – «Крещение Христа». Здесь же стоит епископский трон, но изначально это был трон для великого магистра ордена. А по обе стороны от него два позолоченных органа и, как говорят, с великолепным звучанием. Большое впечатление производят боковые капеллы, часовни. Их 8 по числу землячеств или языков рыцарей ордена. О них я немного рассказывала в прошлом фильме, и вот они на экране. Эти капеллы предназначались для уединенных молитв, хранения реликвий, посвящались святым покровителям, а также там хоронили великих магистров ордена. По уставам, становясь членами ордена, а также после повышения в ранге, рыцари были обязаны внести свою лепту или принести щедрые дары. В итоге ценность скопившихся здесь сокровищ стала столь велика, что собор был признан самым богатым из всех католических церквей. Когда-то в соборе хранилась и чудотворная византийская икона, и мощи правой руки святого Иоанна, и часть древа животворящего креста. К счастью, эти реликвии удалось спасти от солдат Наполеона. Они были вывезены в Россию и переданы на хранение российскому императору Павлу I, который в то время был великим магистром ордена. Сейчас эти реликвии находятся в Черногории, в монастыре святого Петра, а на место византийской иконы был помещен другой образ святой Девы Марии. Это дар родственников великого магистра Григорио Карафы. Ежегодно, в декабре, в день непорочного зачатия, эту икону в золотом окладе устанавливают в зале собора, украшают цветами. А вот такой увидели ее мы. А вот это часовня Кастилии, Леоны, Португалии. Она посвящена святому Иакову, покровителю Испании. А святому Георгию посвящена капелла Арагона, Каталонии и Наварры. Здесь захоронен великий магистр Николас Катанер, который укрепил Мальту, построив линию обороны Катанера. Постамент с фамильным гербом и бюстом Катанера опирается на две человеческие фигуры из белого мрамора. Правая изображает Мавра, что логично, а левая похожа на героя повести Гоголя Тарас Бульба. Есть мнение, что моделью был польский князь Радзивилл. Но почему такая поза? Хочу сказать, что все рыцарские капеллы восхитительны и очень интересны. Их можно рассматривать часами. Но одна из главных достопримечательностей собора – это картина гениального Караваджо «Усекновение головы Иоанна Крестителя» – единственная подписанная мастером работа. Она находится в самой большой капелле – оратории, где раньше под звуки органа рыцари ордена устраивали собрания. Картина создана специально для этого собора, полотно 3 на 5 метров, поэтому все фигуры изображены в натуральную величину, и это создает ощущение реальности и присутствия. На фоне темных тюремных стен через миг совершится жуткая казнь.
Это вызывает у участников события разные чувства. Надзиратель и палач – решительные, деловиты. Соломея с нетерпением держит наготове золотое блюдо. У старой женщины – ужас. А узники за решеткой наблюдают с любопытством. А у нас, у зрителей, это же почти осязаемое чувство ужаса. Да, картина надолго сохранится в памяти. И еще одна работа Караваджо находится в соборе. Пишущий святой Иероним. Это был один из самых образованных отцов церкви. Обладал колоссальным интеллектом и знаниями. В 386 году, это 4 век, он уединился в келье и занялся переводом Библии с греческого на латынь. За этой работой его и изобразил Караваджо. На столе книга, в которой он делает очередную запись. Справа камень, символ твердости духа, распятие и череп с погашенной свечой, напоминание о бренности жизни. В 1984 году картина была похищена. Через 2 года возвращена, и сейчас картина полностью отреставрирована. Ну а теперь пару слов о великом итальянском художнике, написавшем эти две картины. Микеланджело Меризи, так звали его при рождении, родился 452 года тому назад. Родился в Милане, но вырос в небольшом городке Караваджо. Поэтому, когда художник получил известность, его стали так и называть – Караваджо. Гений со вспыльчивым характером. Поэтому всю жизнь его сопровождают скандалы, драки, азартные игры, а также убийства и тюремные заключения. Несмотря на это, он продолжает создавать шедевры. В 1608 году Караваджо отправляется на Мальту, в Валетту. Много работает там и становится кавалером Мальтийского ордена. Но очередной инцидент – побег из мальтийской тюрьмы. И по пути в Рим Караваджо умирает от лихорадки. Ему было 38 лет. Ну и, конечно, кинематограф не прошел мимо яркой личности Караваджо, и вот фильмы о нем. В соборе есть музей, где хранятся старинные рукописи, картины, гобелены, ну и другие предметы искусства, подаренные орденом. А еще в соборе есть склеп, закрытый для публики. Там покоится великий магистр Жан Паризо де Лавалет. И можно подняться наверх, на этот балкон, и увидеть собор сверху. Собор удивительный, притягивающий и потрясающий. Все это создает впечатление огромной драгоценной шкатулки, внутри которой ты и находишься. И я думаю, что благородство и мужество этих людей, рыцарей, покоящихся здесь, не имеет аналогов в современном мире. И я очень рада тому, что увидела этот собор и почтила их память. Ну и последнее. Мальтийский орден просуществовал на Мальте до 1798 года. Когда остров захватил Наполеон, штаб-квартира была перенесена сначала в Санкт-Петербург, а затем в Рим, где находится и сегодня, объединяя 13 тысяч братьев и сестер. А мы тем временем покинули собор и направляемся на уже знакомую площадь Кастилии, где нас будет ждать автобус. А по пути рассматриваем могучие крепостные стены. Внизу, оказывается, оборудована стоянка для автомобилей. Есть лифт, который поднимает наверх, в город, и верхние сады бараки. А в лучах заходящего солнца все выглядит по-другому. Ярче и как-то романтичнее. Вот они, волшебные краски заката. У нас осталось немного свободного времени, и мы отправились в малый бастион Сент-Джеймс. Он расположен тут же на площади. И сегодня это центр современного искусства. А вообще бастион был построен в 16 веке для защиты городских ворот. Но время шло, и бастион переделали в казармы, а во время Второй мировой войны использовали как бомбоубежище, а затем хотели вообще снести, но не снесли. А мы прощаемся с прекрасной Валеттой и с этими равнодушными и сытыми кошаками, которые живут на площади Кастилии.
Ну а завтра мы едем на сказочный остров Гоза.